Есть еще здесь один уважаемый вертолетчик, чуть-чуть помоложе, но не менее заслуженный. Ну, я скажу, умудриться убедить министра Сердюкова сохранить полк прославленный, который там ну, просто шел под нож. Ну, это не каждый может, я думаю, вообще никто не может. Это мог Дмитрий Сергеев. Кстати, вот эта песня, которую я написал, я у него дома ее писал. Это тоже вертолетная. Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова не погода. На утюжем небо здесь полгода. Значит, полтора, я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. И если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою. Ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет. Не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кричит крокодилом ту, что выручает нас в бою. Ласточку пятнистую мою. Да-да-ра-па-па. Богов. Всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем. С той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет
любимую мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пятнистую мою. Кстати, Сергей Владимирович, это у вас дома было, когда товарищ генерал. Это вы рассказывали, как у вас бортовой постоянно в Афганистане ходил с этой машинкой, наматывал ленты там себе, и вот это в этой песне отразилось. Так, на всякий случай. Ладно.